зарядим сейчас энергией, поскольку у нас в гостях реальный пацан, актер, певец, шоумен, суетолог с недавнего времени, как мы Ишь помним. Ты. Да, Вован! Привет! Привет, 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 привет. Ну, да, здорово, нам бы тебя слышать еще было бы неплохо, а так вообще все хорошо. Да. Для нас Вован прежде всего исполнитель русских народных блатных хороводных песен, как мы знаем. 12 октября у Вована вышел новый трек, плюс он заявил обновленную концертную программу. Так что просим любить и жаловаться на Вована, если что. Вов, начинай концерт, погнали. Всем привет, привет авторадио. Привет, погнали. Еще раз. Я тебе песню ВКонтакте послала, я под нее всю ночь прорыдала. Я же тебе открыла всю душу, а ты не послушал. Я не послушал. Я тебе песню ВКонтакте послала, я под нее всю ночь прорыдала. Я же тебе открыла всю душу, а ты не послушал. Я звоню тебе, звоню. Вован! Дали! Лихо! Здорово! Слушай, ну мы тебя по-прежнему не слышим, будем поэтому читать по губам. Знаешь, готовил интервью сегодня и думаю, и там написано: Вован, ты не был у нас 9 месяцев. Сейчас посчитал, опять 9 месяцев. То есть раз в 9 месяцев. Я рождаюсь на авторадио. Да-да-да. Перерождаешься. Перерождаешься, приходишь на авторадио. Но главное, что за эти 9 месяцев, в отличие от многих артистов, у тебя столько всего происходит, столько всего интересного, о чем хотелось бы поговорить реально в эфире. Но прежде всего, конечно же, премьера песни, которая состоится сегодня в течение этого концерта. Ну, в общем, смотрю, цветешь и пахнешь. В общем, спортсмен, пижон, отличный одеколон. Твой? Да. Гигиена. Одеколон твой? Твой, говорю, одеколон. Одеколон? Да. Одеколон пока от себя я не выпускал еще. А, Митифамин вот выпускает, а ты еще не дошел, да? До а этого. Да, да, да. Не, у меня вот только мерч, сегодня я в нем нахожусь как раз. Да, мы слышали, видим, что у тебя фура мерча пришла. Тоже да, вон, кстати, да. Ничего, а, не, ну ребят хотя бы как-то, а ты в розовом, как-то это неожиданно. Почему? Ну, вдруг. Почему? Это вот футболка для девчонок. Понятно. Показывает, да, как мне, все. Я люблю футболки для девчонок. Для девчонок я просто на себе показываю. Ну, модели нет, да, показываю на себе. Мужской коллектив. Слушай, ну почему вы не выпустите, я не знаю, вот все футболки, худи, а вот ну там мужские носки с надписью там «Субботним вечером» или белье еще лучше мужское. Я тебе сейчас расскажу весь креатив, который предстоит. И ты поймешь, что ты очень близко берешь. Да, то есть я на самом деле на правильном пути, да? Вообще я запускаю коллекцию кепок для лысых, она будет с присоской внутри.
Брагин. Слушай, это мой вариант. Твои, кстати, тоже, да, можем просто. Мой вариант, Вов. А может, проще присоски просто выпускать? Не-не-не, ну ты что, ну как это? Присоску надо приделать кепки сначала. Ну и приделаешь. Ну это все трудно. Двусторонний скотч. Но мысль интересная. То есть вот так запустить прямо как специальные как бы головные уборы для тех людей, которые лишены. В нашей стране пойдет на ура. У нас только лысых сейчас. Вообще это модно на самом деле. Конечно, стильно. Трусы еще есть. Вот. Об этом и хотел спросить, сейчас потому вот что это будет человек, двусмысленно как... субботним вечером, так, ну, написано на трусах на мужских. Идешь в трусах и в кепке, Брагин. Ты представляешь, какой ты будешь первый парень вообще на Тульской. Я говорю, я сейчас представляю человека, например, который только что подключился к нам к эфиру. Там, да. Трусы еще есть. А, да, хорошо. Про легенькую промышленность говорим в России. Импортозамещение. А вообще у нас концерт идет и беседа с артистом. Ну, ничего. Но на самом деле мы, конечно же, зубы заговариваем. Поздравляем, наверное, с более серьезным каким-то и видимым, ощутимым и слышимым, конечно же, таким изменением в тебе, как в артисте, это наличие вот этих замечательных музыкантов. Да, аплодируем им! С абсолютно живыми инструментами. То есть серьезно, все идет абсолютно живаго. Я видел, как гитарист таскал вот в преддверии эфира тяжелые вещи вот эти, которые сейчас стоят здесь. Которые стоят у барабанщика. Скажу честно, и это был не гитарист, тяжелые который вещи, таскал. Все, чтобы мне было... легче, вайбовее и кайфовее выступать здесь. Классно. Да, я все время к вам приходил один, а тут вот да. Видите, как... Так одному-то легче. Друзья. Не-не, меня вот сейчас сильно зарядило. Пацаны, спасибо вам большое. Всех еще представлю обязательно. Вот. Понятно. Ну, ты знаешь, кого как зовут, на всякий случай, да, я спрашиваю. Да, 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 да. Хорошо. Ну, в принципе, разного цвета майки. Вот в черной майке. Ну, еще поздравляю тебя с несколькими удачными работами в этом году, которые появились летом. «Красавица», «Сказочный десант» с «Галибри и Мавик». Вот признавайся, «Красавица» кому посвящена песня? Есть, да, ее имя? Есть этот человек? Посвящена «Красавице». Собирательный образ. Там же суть в том, что ведь она с характером. Вот таких девчонок я люблю просто. Девчонок с характером. Слушай, но уже прозвучал «Галибри и Мавик». По сути, ребята работают, ну, примерно в твоем жанре. Вы работаете очень близко с точки зрения но музыки. Я бы сказал, что мы вместе с «Галибри и Мавик» этот жанр для себя придумали и разработали. Был большой путь проделан. С Женей мы работаем, с Женей «Галибри» очень-очень давно. Пробовали в разных себя эпостасиях, пытались сделать модную музыку, пытались сделать концептуальную, но поняли, что оптимальное для русской публики... Души! Для русской души публики, это да. Вот что-то такое танцевальное. Разухаб. Разухаб, да, с народным акцентом. То есть что... в принципе, вот вы и таким образом решили сделать вот это трио, да? Да. Раньше работали как бы, ну, каждый сам по себе, а сейчас решили объединиться. Ну, мы объединились на трек, в целом мы друзья и называем себя даже в какой-то степени семьей музыкальной такой. Вот. Много они для меня делают, что касается продакшена. Вообще, когда мы нашли Саню Мавика с Женей, мы вышли в звуки на новый уровень, потому что парень очень классно сводит музло. Вот. Ну и могу сказать по поводу уровня, который действительно высокий. Ребята еще сняли высокобюджетный клип, если кто-то не видел, в прямом смысле высоко. Дело происходит на американских горках, сейчас рассказываю по себе. Ты. Знаем, что вот эту вот идею, когда там, ребята, давайте снимемся на американских горках. Мы просто прошли это на себе. Надо 15 раз проехать. Понимаешь, а да. Аттракционы, это вообще не раз. А кто крикнул первую фразу «давайте на американские горки», скажи мне? Кто этот выдумщик? Вот этот вот человек придумал. Который вот, не ездил на американские горки. Да, DJ Jeff D, познакомьтесь. И он закинул эту идею, реально нам понравилось. Еще была такая идея спрыгнуть с парашютом. А вот тарзанка в Сочи, знаешь, какая? Тоже неплохая. 200 метров. Можно было оттуда еще сигануть. Да, тарзанка. Вот. Ну, просто я не знаю, какая аэросъемки, никогда их не совершал, тем более ни разу не прыгал с парашютом. Надо когда-то начинать. Все. Надо. Но ради клипа я бы с удовольствием сиганул. Правда. Ну, все впереди. Еще много работы, много клипов. Да. Вован у нас в гостях. Аттракцион под названием «Живой концерт» Вована продолжится через несколько минут, в том числе и скоро премьера песни. Все ведь
ништяк. От меня планы, я включу режим спонтанный. И ничто не обломает мут моей нирваны. Все будет в ритм, все будет чистяка. Но все, братух, я полетел, не пухли, не чихай. Чумовой трек, но вот, ну, Вов, ну, честно говоря, мне не хватает. Я только начинаю растанцовываться. Я не успеваю таблетку растворить в этот момент в стакане, а трек уже кончился. Ну, послушай еще раз. Мне спасибо. Мне дополнительный стрим. Стрим, я понимаю, что ради... Ну, на концертах там можно же как-то это удовольствие растянуть, нет? Или прям ты вот специально делаешь такой короткий вариант? Да, специально делаю такой короткий вариант, потому что, мне кажется, это больше такая, знаешь, отбивка. Ага. Челлендж, отбивка. Чем трек или песня, да? Песни это не назовешь. Хорошо, ладно, продолжаем разговор. Как прошел отпуск в Нальчике? Потому что мы смотрели фотографии и завидовали. Что вся группа начинает смеяться. Смеяться, да, как будто... Были свидетелями. А, вы были свидетелями чего? Ну, знаете, 15 числа в 11.00 на Ютубе. Так, 15 числа в 11.00 на Ютубе будет что? Будет премьера. Того, что было в Нальчике. Того, что было в Нальчике, да. Да, мальчики, мы... расскажите, что было в Нальчике. Давайте договоримся. Так, ну где побывали, что видели? Вов, понимаешь, мы только что рассуждали по поводу того, куда рвануть там на новогодние праздники, дай бог, если все будет хорошо, да. Расскажи, Нальчик, что там делать? Куда пойти? Что посмотреть? Столько прекрасных мест, и они все выглядят достаточно дико, и вот если кому не хватает уединения, хочется соединиться с природой и горами, вообще отличное место. Мы там и поплавали на озере, и залезали на водопады, и ходили вдоль речки. А на водопады залезают? Просто я не знал. Они залезали. Скользко, правда. Да куда могли залезть? Понятно. Эльбрус? Поднимались, нет? Нет, до Эльбруса не добрались. После потому что слишком, водопады... Было слишком мало времени. Но я однажды туда поднимался на этом... Фуникулёре. Фуникулёре, да, спасибо. То есть рекомендуешь, Кабардино-Балкария рулит? Вообще супер места. Супер места, не зря их любили многие. Высоцкий там постоянно, знаю, что альпинизмом занимался. Вот. Вот я по стопам Высоцкого... Поехал туда. Ну, не ради стоп Высоцкого туда поехал. Ну, не только, да. Ты говоришь, мы. Насколько нам известно, ездил туда не один. Ну, во всяком случае, с диджеем это точно. Да. Да. Ну, потому что скучно в тишине-то ездить. А еще и с бывшей женой Павла Прилучного, Агаты Муценицы. Так? Да. Твоя цитата. Через пару дней сделаю заявление, которое все расставит по своим местам. Давай, делай. Так пару дней-то еще не прошло. Ах, вот оно что! Тебе же сказали, 15 числа в 11.00. Я же думал, у нас эксклюзив сейчас будет какой-то. Хорошо, давай. Что хорошо-то? Нет, подожди. Держимся. То есть ты вообще ни слова не скажешь? Ну, конечно, мне хочется интриги. Чтобы люди 15 числа в 11.00 зашли на YouTube. И посмотрели. И там все будет рассказано и все показано. И там будет, да, показано. Но сказать-то можешь репортаж, у нас... Специальный репортаж. Специальное заявление, специальный репортаж. Ну, хорошо. Вообще все увидите сами, понятно. Давай тогда плавно перейдем к премьере субботним вечером. Вообще звучит так, как программа с Басковым. Так. Примерно. Ну да. Субботним вечером. Не было других веселых названий, там, не знаю, «Ёшкин кот». Не, «Ё-моё». «Ё-моё». Неплохое было бы название для песни. Как ты выбираешь название для песни? Слушай, просто, ну, по первым строчкам? Очень звучное название. Знаешь, как, когда вот выкладываешь некоторые кусочки перед премьерой песни, и когда люди потом не могут нигде ее найти и начинают писать, где песня субботним вечером, значит, ты попал в название. То есть ты там нигде же не написано. Но значит, у них в умах именно отложилось субботним вечером. Нужное слово сочетание. Мне кажется, это просто первые два слова. Если они написали, где песня «Ё-моё», непонятно, что значило. Что за песня? «Ё-моё», где песня? Что за песня, не имеет в виду, да?
Музыкальные критики пишут, внимание, в тексте песни артист делится романтическими чувствами к девушке, которую он недавно встретил. Но в его мечты врывается суровая реальность, которая опускает артиста с небес на землю, когда его новая подруга замечает на предплечье татуировку с именем другой. Драма по классике, как спел бы Баста. Да? Что можешь добавить к сей аннотации к песне? Я не закладывал столько смысла, да? Я вот когда начинаю о смыслах говорить или там о музыкальном вот, продюсировании, это все, это сразу становится очень скучно. Поэтому я бы лучше спел. Но могу рассказать. Сейчас поешь. Могу рассказать. Вот, давай, да, давай, да. Давай. Знаешь, когда был вот этот панч припева, и он там припев таков, что девушка говорит о том, что ты мне говоришь, что любишь меня, но я вижу, что у тебя на предплечье татуировка. Но это даже больше тут такая метафора, как, я не знаю, засос может быть там. Татуировка это как... Ну извини, засос это временно, а татуировка это надолго. Вот, и я думал, как исполнить мне куплеты. Не хотелось там уходить в такое, там, ты меня прости, я тебя все равно люблю. Вот это нормально сейчас везде у всех. Я, наоборот, в позитив вайб здесь перевел, как будто я пою вот этой девушке, в которую влюбился, вот, а отвечает мне припевом другая, которая на татухе. Которая так не надо. Даже... В общем, запутанная история. Какой глубинный смысл. Запутанная история про любовь. Санта-Барбара какая-то вообще. Ну слушай, и как вы уже сам анонсировал, субботним вечером в каждое ухо, да, даешь премьеру на Авторадио прямо сейчас. С удовольствием. Давай, Вован, премьера песни. Субботним вечером ты говоришь, что любишь меня, ё-моё. Но на предплечье свежая татуировка с именем её. Субботним нашей встречи город зажигает свечи, и этот вечер нам казался бесконечным. Звонок на сотовый, а там автоответчик. Давай полегче, но не слушался диспетчер, и твоя нежность снова раны мне залечит. Скрывала худи эту надпись на предплечье, все меня ее. Субботний. Сегодня вечером это Вован. И не только Вован, да, кстати. Да, не только Вован, еще и голос девушки, вокал девушки был, но нигде в списках не значится, кто это, кто это, кто это. Кто исполнил женскую партию? Колись. Узнаете? Агата? Правда. 15-го числа. Слушай, прям 15-й какой-то ключевой день. Да, да. Но, кстати, для... И поговорить с человеком нечего. Он не все, 15 октября все знает. Поговорить с человеком. А что мы его сегодня пригласили? Я не понимаю. Придете все. Ребята, всем пока, придете 15-го. 15-го вечером ищите на предплечье.
Кстати, знаете, мы сейчас эти челленджи запускали, когда... Знаем. Многие люди не знают, где предплечье находится. А вы знаете? Предплечье, ну, где? Это плечо. Здрасте, а где предплечье? Предплечье вот, — это вот это место. Обычно имя девушки пишут вот здесь, на костяшках пальцев. Это если из четырех букв. Имя Миша, например. Мина. Валя, кстати. Почему бы нет? Вот. И вот этот вот челлендж с девушками. Да, сколько ты девушек уже перебрал, кстати, в этом челлендже? Я не считал. Тут ведь не количество главное. Да, а главное Бузова, которая была одной из тех девушек, которая тебе в конце концов отказала. Друзья, я сейчас предлагаю сделать небольшую паузу. Интригу повесим, потому что, друзья, в ближайшее время в аккаунте, в том числе и Вована, и Авторадио, появится очередная девушка, которая Вовану откажет. Кто же будет эта девушка? Интриги расследования. Солнце колосьями в небе облако проседью. Поэтесса из повести мне в объятия бессовестно уронила и тянется к сердцу милая разница. И такое предчувствие, что уже не отпустит белую птицу в небе. Оно тебе надо ли? Помнишь, сколько раз с неба в небе, а я на земле в глаза. Будь что будет, ей сказал. Давай же грей в эти двери, не верь в мое море. Я так хочу тебе верить, хочу с тобой. В этом медленном танце мы не успели остаться, да. Ты на кончиках пальцев, под ногами проталины. Мы как будто оставлены, и уходит предчувствие, что уже не отпустит. Белую птицу в небе, оно тебе надо ли? Помнишь, сколько раз с тобой давай же просто поговорим про новости телевидения, как без этого. Не так давно прошел новый сезон «Реальных пацанов». Напомню, сериал официально признан культурным достоянием Пермского края. Сериалу в этом году исполнилось 12 лет. В общем, сценаристам можно уже памятник поставить при жизни, я так думаю. Они до сих пор продолжают выдумывать и креативить. Какой сезон был, Вов? Вот сезонами не считаю, считаю сериями. Всего мы сняли 275 серий на данный момент. Мама. За 12 лет. Это не так много для ситкома. Потому что у нас такая, знаешь, ручная работа, скажем.
Мы где-то раз в два года приступаем к съемкам. Пока авторы не напишут сезон, мы никуда не спешим. Вот. Делаем 20 серий, которые показывают в течение одного месяца. И опять на 3 года пропадаем. Вот. Так как все, эти съемки натурные, близко напоминают все-таки какое-то кино, а не сериал, который снимается в локациях, как это называется, в павильонах. Да-да-да. Вот. Поэтому это все-таки достаточно долгий процесс. И другие бы какие-то вот павильонные сериалы за это время, может быть, сняли либо уже 1000 серий. Там, но на того стоит, согласись. Конечно, да? Конечно. Мне нравится. Но честно скажи, не надоело еще? Вот за 12 сезонов? Нет, за 9 сезонов, простите. Это моя любимая работа. Площадка и вот люди, кто там меня окружает, почти никто не поменялся на местах, в плане даже техническом, да. И поэтому я туда приезжаю с удовольствием. Прям как к родным. Как, да? В детский лагерь, знаешь. У меня вагончик свой там и... Сколько хоть почаще видимся благодаря этому поводу? Слушай, ну вот актеры длинных сериалов, многие, по крайней мере, жалуются на то, что их потом, да, в силу того, что вот роль длительная, да, на столько сезонов, на столько серий, что их многие потом в этом амплуа так и воспринимают. И поменять что-то, это амплуа, достаточно сложно. А ведь хочется и драматических ролей, да хочется принципиально других каких-то. Нет, ну, вопрос, как? Хочется или не хочется? Я за актерскую работу. Вот. Но когда ты для себя выбрал музыку таким направлением, где от меня зависит все, где нет режиссера и продюсера, и здесь все либо получается у меня, и либо не получается. И никто меня не оценивает. У меня есть боязнь кастингов. Даже не боязнь, я просто их мало в жизни проходил. Меня либо берут без кастинга. Ну, за что и за... должно быть, ты вот должен так добавить. И надо, вот так и что это, как и нужно. Да, мне нравится, когда сразу люди в меня верят, и я сразу все исполняю клево. А вот эти вот, знаешь, скучающие взгляды там. Комиссии, все. Но надо сказать, что, конечно, этому надо учиться. Это, безусловно, для актера важная составляющая — проходить кастинги. Поэтому мне просто их на них чаще ходить. Ну, продолжение-то следует, пацанов, или... Если сценаристы захотят. Сценаристы пишут новый сезон. Ага, пишут. Спойлерить не буду, что там будет, потому что не знаю. Даже они уже накидали. Я думаю, что они тоже особо еще не знают, чем закончить. Ну, главное, что... Они накидали арку, так называемую, это у сценаристов называется, когда, знаешь, тезисно написано, что происходит в каждой серии. Да, начало и конец, в общем. Мостик перекинули. Понятно. И когда ждать, опять-таки, вопрос? Через 2-3 года или когда это будет? Не приступали еще к съемкам, значит, да, 2 года точно. Понятно. Вован у нас в гостях. Слава богу, у него рождаются песни не раз в 2 года, а гораздо чаще, и поэтому мы слушаем очередную композицию прямо сейчас. Хочу вам исполнить песню, которая называется «Малая сияй». Это у меня написано вот здесь на футболке. Да-да-да, уже обратили внимание. Да, видим. Это такая культовая фраза, которую я использую не в одной песне. Вот, и поэтому поехали, ребят, разбираем мерч, слушаем «Малая сияй». Малая сияй, лови это тварь, нам пофиг на шмот, нам пофиг на хай. Малая сияй, с тобой мне в кайф, хоть ты в луи, хоть не в луи, это наша лайф. Нам пофиг на шмот, нам пофиг на хай.
кстати, раз уж трек прозвучал, забыли отметить, синглом артиста Вавана будут целовать «Малая сия» и «Зажигалка» в 2021 году. Международный музыкальный лейбл Sony Music Russia присвоил золотой статус. Вот так-то. Да. Это не просто так. Это приятно, значит, я нужен людям. Хотя бы на золотые зубы. Чуть-чуть золотой статус. Друзья, продолжим. Еще одна песня Вавана впереди, буквально через несколько минут. Вован у нас сегодня зажигает весь этот час вместе со своими музыкантами. Отдельно стоит отметить. Нет, конечно, все хороши, но барабанщик там, я не знаю, что он принимает, я имею в виду... Ну, а барабанщики все ощущения, такое что-то принимают. Витамины чай какие, чай пьют, да. Подскажешь мне потом рецепт чая? Да, отвечают примерно одинаково, кстати. Да, у него он термос, видите, с собой. Даже палка выпала, сейчас играли когда. Но он быстро выхотел. Можно отличику попробовать? Просто интересно. Довязался. Хорошо, ладно, сейчас не об этом. Слушай, Вован, мы сегодня и в эфире у нас как-то это звучало, так чуть обсудили. Учредили же День Отца, теперь уже это официальный праздник, и вот он в октябре как раз отмечается. Скажи, пожалуйста, ты хороший отец? Я хороший отец. Чем докажешь, да? Ну, каков ответ такой? Какой ответ? Я не знаю, как отвечать, хороший или плохой. Ты сам считаешь, как я считаю, что я хороший отец. Мне немного грустно, что не так много времени я провожу с дочкой, как хотелось бы. Но у нас отличные качественно, наверное. Взаимоотношения у нас прекрасные. Она же, по-моему, уже на сцену рвется. По-моему, даже что-то выбегала уже на концерте у тебя. Да, да. Просто она недавно только осознала, что я популярный человек. А, да. Что я пою песни, что меня показывают по телевизору, да. А ты ее на спине по-прежнему катаешь, да? Вот это. Я начал ей об этом рассказывать, что такое концерты, куда я иду, иду играть в спектакль. Куда уходит папа, да? Да. И так это ее так все захватило. Она хотела сначала быть балериной, потом немного хотела быть космонавтом, а сейчас она хочет быть артистом. Вот. И поэтому, когда мы приехали выступать в Музён, тогда она прям почти что... очень со всеми поговорила, со всеми, с кем можно было. С организаторами она сама поговорила. Пусть бронирует концерт. Тур себе забронировал по России. Договорилась, вышла. Я очень переживал, потому что надо здесь внимание держать перед залом. И сцена очень высокая. А она там давай носиться туда-сюда просто. Ее эйфория как захватила. И 20 тысяч человек, которые смотрят на нас. Но она ей очень понравилась. Но она твои песни-то знает, нет? Любит? Очень, да. Классный такой показатель всегда на детях проверять материал. Какая самая любимая у нее? Ей больше всего нравится новогодняя. Вот у меня есть такая новогодняя песня. Сегодня помню, ты ее презентовал у нас в эфире в январе месяце. Да, да. Сейчас, получается, опять 9 месяцев надо подождать. Чтобы к следующему Новому году выпустить. И вот она прямо очень сильно ей нравится. Я ее включаю и зимой, и летом. Она такая веселая, танцевальная. Прекрасно. Вован, хороший ты человек. Давай еще одну песню в завершении концерта. Вован фит Сергей Жуков. Ай-яй-яй, погнали! Вечеринка, танцуют половинки, одеты все с иголки, брюнетки и блондинки. А пацаны не в танце, хары уже стеснятся. Девчонки зажигалки, хватит до утра. Руки вверх. Ай-яй-яй.
пультом диджей Джесс. Гитара Юрий Юрич. Я тоже Юрич, кстати. И по принципу набираю лысых в команду. Не знаю, как оказался здесь барабанщик наш, просто потому что хорошо играет Степан. Банда, спасибо вам огромное. Спасибо. Ну, что взрослые, малые, а также... Да, взрослые, молодые. До новых встреч в эфире, я хочу сказать. Пока, это шоу Мурзилка Лайф. Пока, пока всем.